что же, конечно же, наш артист очень любит, когда ему аплодируют громко. Это самый юный, самый молодой артист нашего Морского театра. Ну и, конечно же, в знак приветствия вот такая вот прекрасная стойка на передних ластах. И здорово же это у него получается. Ну что ж, чем еще покорит сердца наших зрителей? Конечно же, это прекрасным танцем, который, я уверен, вот так вот юный наш хорош умеет танцевать. Ну а это столько приветствия для всех вас, друзья! Ну и, конечно же, сразу же Николас будет поздороваться прекрасной стойкой! Вот так! Потрясающий баланс у нашего большого парня! И самое время для того, чтобы немножечко размяться. И, конечно же, разминку начнут обручи, с которыми, я уверен, он справится очень легко. Давайте посмотрим и убедимся в этом сами. Будет легко за первый год. Аплодисменты для вас. Давайте ответим взаимностью. Пришло время познакомиться с нашими детьми. Вас приветствуют Юга, Геркулес и Вита. А вместе с ними команда тренеров Минского Дельфинария. Мы постараемся. Начало положено. Спасибо, Геркулес. Как вы знаете, дельфины — это очень игривые ребята. И любимая игрушка у них — мяч. Ну что, с одним мячом справились. Я уверен, что справятся сразу с двумя мячами. Да и два мяча вдвойне веселее, не так ли? Как вы думаете, а вот если их любимую игрушку, мяч, подвесить вот там, высоко? Да, прыгни до небес! Ну, сейчас у нас еще Майя, это наша маленькая девочка, которая тоже готова показать свой прыжок. Ух ты! Молодец! Ну что ж, ну на этом наша
Самарская дискотека не заканчивается, и прямо сейчас будет страстный танец. Танго! Атмосферу бразильского карнавала вместе с зажигательной самбой. После часа этот свечак готов установить настоящий рекорд и прокрутить сразу 5 обручей. Вот это да! Но если наш парень справится, то точно будем с вами аплодировать. Чемпион по вращению обручей к Юга. Здорово! Но если наши артисты еще... Ну что, напрыгались? Кто игрушки убирать будет? Может быть, к Юга это сделает? К Юга не хочет. Так. Геркулес и ты как вы? Тоже не хотят. Ага. И что будем делать, друзья? Давайте громко и поаплодируем все. Ну что, согласны, да? Тогда вперед. Молодцы. Игрушки убрали. И время для того, чтобы переходить к спортивным соревнованиям. И наши дельфины уже на старте. Я напомню, что их имена это Хьюго, Геркулес и Вита. Но вы болельщики, и вас должно быть слышно. Можно громко хлопать. Итак, у нас рокировочка. Поменялись местами, ребята. И Вита уже отошел по секторе. Только сегодня и только для вас, друзья. Громче аплодисменты!
прекрасные трюки демонстрируют не только наши дельфины, но, конечно же, наши тренеры. Вы знаете, они всегда, как будто в первый раз, всегда очень волнуются. И, конечно же, очень стараются. Делают все возможное и невозможное. Чтобы ваше настроение не просто улучшилось, а чтобы оно взлетело со небес! Дорогие друзья, сегодня вы окунулись в этот прекрасный, добрый и чистый мир, дверь которого мы приоткрыли вместе с вами. Сегодня выступали дельфины Афалины, Хьюга, Геркулес и Вита. А вместе с ними тренеры Минского дельфинария Станислав Смирнов и Евгений Пищук.